Посмотри. Первый раз вижу, что мы с... Вон он лежит, маленький. Этот, ну не маленький, он уже большой. А этот ее прям долбит, она отбивается от него. Она сейчас гуляла, я запустил. То ли она, его срок не кончился, то ли что. Я слышу, сильно воркуют. И он прямо ее за шиворот берет, за воротник и выбрасывает из гнезда. То ли ему охота еще посидеть, то ли еще, не знаю. Подожди-ка. Он клюет меня, не пускает даже. Смотри, что делается. Ну-ка, давай закроем оленечки. Ну-ка, я попробую туда руку просунуть. Как-то с той стороны или как из-за меня. Вон туда зайди-ка. Туда. Вон он там сверху. Давай-ка. Видишь, он дает как. Так, отойди маленько. Вон, и там. Его я пытаюсь рукой. Вот видишь, рукой. Видно, нет, что я беру? Да-да-да. Он еще делает. Так, и она долбит то ли меня, то ли его. Я не пойму, что такое. Вас тоже. Яйца будет целые или нет? Посмотреть. Так и есть, маленький. Маленький родился. Все. Все понятно. Я и говорил, что если она так начинает вести себя, вот она яйцо, гляди. Они тут, наверное, вдвоем меня стали бить-то, но там у них маленький, только-только вывелся. Я даже утром говорил, когда он так ворковал, что-то прям очень-очень сильный, такой голос маленький, нежный у него грубее маленько. Вот что делается. Все, вывели, это третий раз уже вывели. Этот еще на ноги не стал, они уже его отсаживают. Но дело-то еще вот в чем. Что мне делать-то, я не знаю. Завтра ты уезжать будешь, а мне надо их отправить туда. А они только вывели, сдержать меня никак нельзя, я один остаюсь. Это надо вверх лазить на кровать, заправлять. Вопрос стал, как это, ребром. Сейчас еще раз загляну. Тут у меня тапочки мешаются. Вот это да. Сегодня у нас что, 23 апреля. Вот он сидит. А тот ест уже сам все. Ну все на этом. Это очень удивительно. Я слышу, тут что-то неладно прямо. Два одновременно воркуют и крыльями хлопают. Он ее скидывает с гнезда. Вот я никогда не видал и не слышал даже про это. Чтобы в момент... Она гуляет, они у меня по часу, по полтора летают. Она залазит тогда... Залетает и меняется. Сейчас точно так же. Она была здесь, и она как будто прощалась с ним. Мне надо их отправить, этих родителей. А он остается... Он большой довольно уже. Вот он. Ну-ка я покажу. Вот он. Голубь настоящий. А? Видишь, какой. Но... Да замечательный такой, да хороший, как крылышки. Он один, конечно, и она всю голову ему перевирала, целовала и целовала. Завтра они у меня должны лететь. А эти что? Ну, эти ничего уже никак. У него же даже вот эти маленькие пушинки, последние исчезли, две пушиночки стоят только на голове. Вот он где. Он и летать-то нисколько не может. Он, почему, я не знаю, наверное, маловато еще время. Ну-ка, давай. Пошел. Ну-ка, погляди. Перелез. Вот она, пшеничка его. Вот он как. А они... Я-то, наверное, здесь полчаса, наверное, она гладила, клюет он голову, наклонила, она целует и целует его. То ли чувствует, что расставаться будут завтра. У меня выхода никакого нету. Этих надо отправить и занести туда. О. На твой дом туда и запустить. И закрыто, чтобы там было не меньше недели. Через неделю посмотреть, как будет побольше. Подержать, не выпускать. Они и так их не выпускают давно. Иначе они улетят. Они опять начнут быстро готовить гнездо. Так, ну еще тут. Ну-ка, давай. Вот он какой. На память. Сейчас, гляди, крылья, прям настоящие крылья. Гляди, какие большие. Ну все,
Все, я его сажу на ночь. Все на этом. Сколько лет наблюдаю, сколько лет держу, больше полвека, такого не видал. Она бьется от нее, он ее хватает и выбрасывает. А ее только что запустила, она отгуляла здесь, ну отдохнула. И то ли она сама туда полезла, то ли еще. Я утром-то не посмотрел, я говорил, что, наверное, вывелись. Ты слышал? Да, да. Да, ну, видимо, так вот и есть. Ну, все тогда. Благодарю. Слава Христу.